Всем привет, продолжаем проходить Instrument of Destructions. Следующий остров, Аквариус. Вот, с островом Драка мы полностью как бы закончили. Ну, не на 3 звезды тут я смотрю, ну, не суть. Главное, мы прошли. Мы прошли, попробуем дальше. Остров Аквариус, обычный. Так, что нужно? Достичь метки, собрать 25 кристаллов, максимальный бюджет 25 тысяч. Достичь, прийти кристаллы. Ну, давай посмотрим. Так, возьмем нашу готовую машину пока. Пройдемся по заданию, посмотрим. Вообще. Не соблюдены требования конструкции. Максимальный бюджет. Машина гораздо бюджетнее, да? Чем требуется. А как и заново ее строить вообще? Где тут по новой? По новой подсказка. Зеркало больше. Где техника? Ну ладно, давай заглянем. Паровая мастерская. Это что такое? Ладно. Загрузить машину. А, это мои сохраненные машины, которые... Ого, сколько слотов. Ничего себе. 210 слотов для того, чтобы сохранить машину. Так, назад. Конструировать. Техника. Готовая техника. Так, вот, сюда надо было зайти. Вот, кстати, вот особый турбо-мини-дриллер. Турбо-мини-дриллер. Давай его возьмем. В бюджет он укладывается. Давай попробуем. Так, время у нас не ограничено. Так, достичь метки, собрать кристаллы. Так, а как там включается турбодрель это? А, вот она как работает. Так, я ее включил, она все время работает. Ну, поехали. Будем ломать тут все. Застревает. Так, подожди, кристаллы собрали. 6 кристаллов я уже собрал. А, вот кристалл. Достичь метки какой-то. А, сразу по 3 кристалла собираем, да? Все красиво рушится. А вот кристалл. Ну, в принципе, что-то пока не вижу сложности особой. Так, ну вон метка. Так, так, в воду не падаем. Блин. Мы упали. Ладно, поехали. Слушай, может его укоротить как-нибудь? А ну подожди. Давай его чуть-чуть укоротим. Может, что за шарик тут такой? Надо научиться конструировать, конечно. Мы ж нифига не умеем это делать пока что. Так, а это у нас что? Гусеницы. Это где-то в колесах? А, ну да, вот они, гусеницы. Как вот двигать их? А-а-а! Ну все, я понял, блин, а чё ж я это? Вот и все, не надо было ничего... А, нельзя Ctrl-Z назад? Назад, как было.
Подожди, я знаю, как мы сейчас сделаем. Сейчас мы еще раз его возьмем и просто переделаем. Теперь его надо чуть-чуть укоротить, мне кажется. Вот это вот убрать. А эту часть просто двигаем туда. Все. В общем, что-то получилось. Давай попробуем, испытаем нашу эту технику. Ой, там, кажется, эти гусеницы конфликтуют друг с другом. Да. Проблема, однако. Однако, проблема. Хьюстон у нас проблема. Так. Слушай, собственно, зачем нам эти гусеницы? Давай колеса поставим. Че, прям вот именно гусеницы тут нужны? Давай поставим колеса, да и все. Вот это сейчас подвинем чуть сюда. Так, здесь какой-нибудь каркас воткнем. Раз. Два. Здесь какие-нибудь колеса ему воткнем. Гигантское. Не, слишком большое. Раз, два, три, четыре. Вот, пожалуйста. Вот и на колесах он ездит, вроде ничего так. Ой, а что это его закручивать-то? А, это пилилка эта самая, она ж крутится и на машину за собой тянет. Ну, давай уже обратно закрутим ее. Вот так, стоп, стоп. Стоп. Стоп, машина. Да, конечно, гусеницы более устойчивые. Тут спору нет. Ехали дальше. Вот тут ничего нету полезного. Вот там кристалл я вижу. Так, теперь вот как-то преодолеть надо нам вот это вот, вот этот вот момент. Вот так прямо просто едем и все. Ну, упали, ну. Ну подумаешь, тихо, выныривай. Так, стоп. Стоп, аккуратно. Аккуратно. Выезжаем. Во. Все кристаллы мы собрали? Не, мы кристаллы не все собрали. Где-то еще спрятаны кристаллы были. Бах, а что такой взрыв-то мощный? А, там были кристаллы, 22. А значит, где-то еще я пропустил. Или вон кристалл я вижу наверху. Да? Вот это кристалл же там, заметкой. А ну-ка, иди сюда. Все. Ну, как бы все. Ну да, в общем-то, можно поконструировать, поизучать вообще, что мы можем создать интересное. Попробовать различные самые. Ладно, с этим заданием пока все. Новая машина разблокирована. Турбо-мини-дриллер. Так, давай на этом острове. Следующее задание, испытание. 90% общего разрушения. И все. Ого. Это что еще за такая? Точила с кучей колес. А ну-ка. Сломайте это.
Просто едем на пролом. Как-то спереди хотелось бы что-то еще такое разрушающее. Нормально, все разрушим. Я думаю, без проблем. Так, назад. Бабах, что там взорвалось. Вот это вот надо порушить. Ерундовину. Так, готово. Едем дальше все крушить. Можно тут чуть-чуть доломать. Хорош, а то можно еще и в море свалиться. Так, 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 аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. 64%. Так, а там мы все порушили. Ну, как сказать, все. Все да не все. Может быть, вернуться. Может быть, вернуться дорушить. Ну, давай попробуем. Вообще, какой-то странный этот самый аппарат такой. А сюда мы сможем заехать? Вот так вот, раз. Есть, забрались, как гусеница такая. Пальмы вот эти вот тоже, наверное, надо порушить. Так, этот одинокий столбик. Так, сломали 70. Не надо тонуть. Как это он так складывается-то, а? Ну все, это хана. Не, мы еще живы. Надо как-то выбираться из этой пучины морской. Походу это все. Так, назад гребем. Не получится, разворачиваемся. Нет, не надо, только тонуть. Все, короче. Давай сразу все по-нормальному разрушаем. Строить нельзя, то есть сразу этой машиной только. Только этой машиной нам дают управлять. Сразу столбик этот рушим. Короче, ничего не оставляем позади. Сразу все разрушаем. Так, а пальмы в счет идут? Непонятно, конечно. Ну, сейчас посмотрим. Руин зданий уничтожено. А, ну пальмы идут в счет? 2%. Не, по-моему, пальмы вообще не котируются тут. Так, выруливаем. Пальмы тут не котируются. Только здание надо разрушать. Сейчас мы также сюда проедем, потом вернемся. Стоять, стоять, стоять. Куда ж тебя тянет-то? Давай вот эти руины порушим. Бабах. Так, вот эти вот порушим. Эти вот коробки какие-то. Так, 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 начинается. Ну что, мы сложились, все.
Блин, и что это, и все? Давай как вниз головой будем ездить, вот так. Да? Блин, нельзя как-нибудь перевернуться. Как бы нам это сделать? Так, вперед, назад, влево, назад, вправо, назад. Так, вправо, назад, вроде что-то мы наклоняемся теперь. Не работает система переворота. Да, печально, печально как-то. Машина эта может сложиться еще. Сложиться и потом не разложиться. Так что сильно так прям кувыркаться на ней не стоит. Короче, сейчас все разрушим простое, а? Сложное там уже по ситуации. Так, это разрушено. Так, туда пока не едем, потому что оттуда мы потом не выползем. Так, вот эту теперь рушим конструкцию. Нормально. И сколько у него колес? Раз, два, три, четыре. 16 колес. Офигеть. 16-колесный монстр-разрушитель. Взрывается. Так, вот эти столбики надо порушить, но аккуратно. Аккуратно переворачиваться нельзя. Так, залазим. Ой, опасно, ой, опасно. Нормально, нормально, краешком. Так, 73% разрушения. 73% разрушения. Едем дальше. Так, надо вот этот столбик однозначно задеть. Так, а теперь наша задача туда перебраться и при этом не утонуть. Так, нормально. Заехали. 83. 86. 89. Ну, все, прошли. Все. Прошли мы этот уровень. Машина эта разблокировалась. Так, давай-ка заглянем. Что там на эксперте нам на этом острове приготовят? Эксперт, что там надо будет? Переместить валун к маркеру. Закончить в 2 минуты. Переместить валун к маркеру. Так, смотрим, что надо. Какой валун? Какой валун? Где валун? В смысле, а вот это валун. И как его перемещать? Так, не понял я. Надо понять, что за валун. А, вон валун там, да, находится. Я понял. Так, давай посмотрим. Хотя бы поедем, посмотрим.
Да, с этой машины еще бы доехать. Давай-ка готовую возьмем какую-нибудь пока временно. Так, что у нас там есть? У нас, кстати, есть вот это вот. Вот это у нас есть. Особый. А, вот такая машина нужна нам, да? Для перемещения, да? Не, ну лучше, конечно, самому строить. Так, а что она делает? Она хватает, да? И как она... Так, открыли. А, это туда-сюда. А это открыли-закрыли. Короче, типа краб такой. Так, все, следующие машины будем сами делать. Это неинтересно, так готовые варианты выбирать. Все, следующие машины будем делать сами. Это какая-то машина-краб. Или рак. Так, вот так опустим клешни, так удобнее ехать. А, валун надо туда-назад оттащить. Его надо оттащить назад. Так, тихо. Так, открываем наши клешни. Так. Захватываем. Что, блин, что это не просто сделать-то? Что-то оно не захватывается так прям сразу. Так, поднимаем чуть-чуть. Так, как бы обнимаем его. Так, иди сюда, валун. Не хочет. А что он не хочет? Ну, камон. Камон. Блин, можно так задом и тащить, в принципе, да? За 2 минуты надо сделать. Не, вы с ума сошли, это сложно. Вы серьезно? Не, ну если потренироваться, то можно, конечно. А, ну это как дополнительное задание, да? Давай хотя бы просто его притащим. Подожди. Выше, ниже, вот так как-то. Все это нужно было сделать за 2 минуты. А все, валун уже там это освободился от наших крепких объятий. Так, иди сюда. Иди сюда, стой. Вот открываем наши хапалки. Так. Захватываем, поехали. Конечно, присоска какая-нибудь не помешала бы тут. Давай хотя бы уже довезем его до точки назначения. Ну ладно, за 2 минуты не управились, но все-таки закончили. Ура! А, заново, типа не пройдено, да? Какую-нибудь присоску надо. Бензопила, пушка, магнит. О, магнит. Магнит. А примагнитится ли он? А это у нас как называется? Это что? Совок, да? Где у нас совки? А, ну вот совок. Он. А, вот совок, да? Нет, подожди, тяжелая нога.
хочу понять, где он здесь, этот совок. Вот это он... Что-то есть. Крюк. Шаровой таран. Магнит. Очень мощный обратимый магнит не влияет на автомобиль. А давай-ка попробуем примагнитить этот совок уберем. Попробуем сюда магнит впендюрить. Раз. Два магнита. Так, давай попробуем. А, мы ж тут хрен проедем теперь, да, по-нормальному. Тут бы еще какую-нибудь ножовку, не знаю, пропиливающую нам дорогу. Бабах. Так, а магнит уже все примагничивает, да? А ну раз. Воу. Вау. Все примагничивал. Опа. Так. Хорошо, давай попробуем камень примагнитить. Раз. Пойдет он за нами. Так, да, это хапалки открываю так пошире. Так, закрывай. Все, поехали. Поехали, поехали. У нас времени одна минута осталось. Может, с магнитом как-то побыстрее дело пойдет. Так, разворачиваемся. Блин, а камень еще тяжелый. Камень тяжелый. По-моему, магниты на него не влияют. Что-то мне так кажется, вот это бочки только притягиваются какие-то. Так, 30 секунд осталось. Давай, 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 поехали. Поехали, поехали. 20 секунд осталось. Давай, 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 давай. Поехали. Ну, давай, 8 секунд. Давай быстрее, 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 быстрее. Вау, мы это сделали. Да, пусть с готовой машиной, еще с магнитами. Раз так примагничивается все. Ладно, наверное, в следующий раз машины будем делать сами. Потому что так интереснее как-то. Самому дойти до такой конструкции, которая позволит пройти уровень. Ладно, все, следующий остров попробуем сами что-нибудь сделать. Так, нам эту машину дали. Ладненько, все, следующий остров в следующей серии. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.